Еще раз не сняла распаковку на пленку, и вот что получается. Это раз. Вот начала просто кисточку вот вынимать. Так, это слышно, да? Вот. Не совсем вываливается, но летит адски. И ворс очень сильно так себе. Так, тут держится. Очень сильно так себе. Ну, собственно говоря, был набор поражающий своей дешевизной. То, что не все кисти вываливаются, даже странно. Но очень такой ворс, очень не очень. Вот эту кисточку, наверное, возьму в использование. Тут бочонок такой средней упругости. Так, тут бочонок. Так, ну рублей 300 мне это обошлось. Два синтетических бочонка за 300 рублей. Я думаю, подойдет. Ну, будет еще запас вот таких кистей мелких для помады, для всего. Ну, может быть, кстати, залить горячим клеем вот это. И будет еще одна скошенная дорожная. Так что не совсем выброшенные 300 рублей. Более или менее что-то можно этими кистями сделать, особенно если в дорожной обстановке. Ха, уже волос лезет. Так. Еще раз посмотрите, как выглядит этот набор. Когда я это заказывала, доллар только тронулся в рост. То есть тогдашние 300 с небольшим рублей. Ну, давайте на 8 поделим. Ну, где-то в районе 4 баксов. Посмотрите еще раз на этот набор. Встретите похожий. Я не рекомендую. Ну, раз уже заказала, диспут открою, чтобы чуть-чуть мне денежек вернули. В таких ситуациях я обычно прошу не 100% возврат, а так, чисто, чтобы моральное удовлетворение получить. Каких-нибудь, не знаю, 1 доллар 80 рублей тогда был по курсу. Вот так и попрошу. Я ж не возвращаю товар обратно продавцу. Обидненько, обидненько. В общем, посмотрите, запомните. Не рекомендую, не советую. Вот два бочоночка более-менее можно взять в использование. Вот эта кисточка. Тут даже видно, что ворс немного другой. Он прям на ощупь поприличнее, чем вот это все. И ручки очень печально, бедно выглядят. Кошмар. Все. Все сказала. Узнаете, не стала я пересаживать старую ручку драную на место. Зато от заканчивающего клея момент кристалл как раз крышечка подошла, чтобы закрыть дырку и не заливать туда горячий клей, не тратить. Теперь она может стоять. И стык я вот один раз прошла лаком для ногтей, чуть-чуть плешивенько. Второй раз буду поровнее, поаккуратнее стык прокрашивать и использовать. Так что из 300-рублевого набора пару маленьких кисточек, не, ну не пару, пяточек, ладно. И вот это одна дорожная для румян. Закупилась так себе. В общем, смотрите, мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Выбирайте кисти тщательно. У меня главный в ходу набор с AliExpress, которому скоро 10 лет будем праздновать. Его я выбирала очень-очень долго. Но зато качество таклона синтетического волокна в нем потрясающее. И только сейчас начали отдельные кисти выпадать из ручек. Подклеиваю, реставрирую, пользуюсь. Так что всем удачной покупки инструментов и расходников. Самого лучшего времени суток и времени года. Счастья в душе!